Я очень довольна обучением. Очень жаль, что оно уже подошло к концу. И, конечно, не все лекции прошла, но еще, как говорится, догоняю, все делаю. Когда я решила, что я все-таки хочу профессионально, да, ну, заниматься психологией, я увидела вашу школу, как-то даже я уже не помню, так вот случайно, ну, наверное, случайно, не случайно, да, вот попала, и вот ни капельки не жалею, конечно, да. Вся подача информации, да, все, конечно, прям интересно. Вот я помню, когда я еще бесплатные видео ваши первые смотрела, да, и вот вебинары вот сразу прям вот мне откликнулись, понравились, то есть я вот сразу поняла, что я хочу в вашей школе обучаться. Эмоции переполняют, и какие-то странные смежные чувства, и радости, и какого-то сожаления, да. Но вообще такое базовое мое состояние сейчас, это такое какое-то круг замкнулся. То есть я на своем месте. Тот багаж знаний, который мы получили, это вообще, это просто колоссально. Моя точка А, то, что я пришла с внутренней готовностью практиковать, мне было страшно, потому что у меня не было вот глубины, вот это вот, ну, какого-то вот такого комплекса, да. И у вас в школе я, конечно же, его получила больше, чем ожидала, и сейчас такая прям вот в знаниях такая вот уверенность. Ну, я понимаю, что это, может, вначале такое ощущение, что я прям все знаю. Ну, в общем, конечно, я продолжаю развиваться, изучать и вот все такое. Я все обучение проучилась в машине. Я постоянно ездила и на работу, с работы, на дачу. Лекции постоянно вот слушала именно так. И как-то у меня так, в общем, я приучила себя, что по-другому как-то у меня сейчас, ну, сложно не получается. Ну, очень, в общем, с другой стороны, очень экономно по времени и, ну, хорошо, правда, ложится. Хочу сказать, что программа для меня, она вот была настолько комфортно принята мной, вот как вот масло на хлеб. То есть для меня это совершенно не составляло никакой сложности. Ну, какие-то такие вот, вот, может, кто-то говорит, что сложно, как-то такие тяжелые вещи, аналитическая психология. Для меня нет, это было, в общем, достаточно. То ли программа была так составлена, то ли потому, что я себя, ну, определила как интуит, поэтому, ну, наверное, мы как-то с вами на синхроне на каком-то, и мне это так было легко и комфортно. Я очень рада заканчивать этот курс, и радостно, и грустно одновременно. Я пришла в школу уже, имея практику, но я работала как детский психолог. Плюс у меня базовое психологическое образование, плюс я уже год училась на курсе гештальт-терапии, у меня было 3 года личной терапии за спиной, и основное, что дала мне школа, это очень сильное профессиональное расширение, профессиональный рост. Я когда пришла, я вот прям, ну, я прям коллегам описывала, говорю, вы знаете, я вот на этой учебе, у меня вот как будто картинка была плоская, и она стала 3D, у меня все начало оживать, все мои знания как-то друг к другу подтягиваться, цепляться. Я сейчас перешла от работы с детско-родительскими отношениями к работе со взрослыми. Я интровертный интуит, и, конечно, мое – это травмы, защиты, личности, нарциссы. Вот это все, у меня прям руки дрожали, когда эти лекции открывались. Скорее-скорее их смотреть, конспектировать. Такое мое-мое. Поэтому я, Кристина, вам очень благодарна за то, как построена программа, в каком порядке идут модули. Оно все так вот, как, ну, как торт, и когда вот оно все наслаивается, дополняется, и в конце чувствуешь такой огромный багаж знаний, силы, плюс практика в малых группах. Очень такое мощное профессиональное расширение у меня произошло. Вы знаете, не то, что я сильно планировала идти учиться на психолога, так получилось, что Настя Долинина, моя хорошая знакомая, и она мне сказала, иди, тебе прям надо. И я благодарна и ей, и вам, и мне настолько откликнулся тот материал, который был на курсе. У меня вообще этот год получился трансформационный вот во всех планах. То есть я нашла свое дело, начала зарабатывать наконец-то. То есть если раньше это фриланс такой, там, чуть-чуть копирайтинга, чуть-чуть SMM, чуть-чуть чего-то там еще, то сейчас гордо могу сказать, что я нейрометрист, который делает диагностику таланта по ритму мозга. Франшизу купила лаборатории. И, честно говоря, мне материал, который был на лекциях и мастер-классах, он мне помогает работать с клиентами, потому что там консультационная часть есть. Это просто, ну, кладезь.
На сегодняшний день я считаю один из лучших форматов обучения, в силу того, как у нас на сегодняшний день ценно время, да, каждого из нас, как у нас ограничены там ресурсы вообще. Вот. Поэтому прекрасная возможность параллельно с... У кого есть там основная работа, как у меня, например, у кого нету, да, то есть вот в машине там коллега говорил, где угодно можно обучаться, получать от этого удовольствие, новое осознание, и самое главное, это качество жизни, да. Поэтому вот формат, это просто прекрасно. Вы знаете, лекции ты слушаешь, когда ты можешь, да. Особая благодарность и, вот, и вам, и вообще, это малые группы, этот формат, да, то есть это вообще потрясающая вещь. Потому что помимо опыта, который ты приобретаешь как психолог, да, как то есть, искусство ведения, понимания, да, ты приобретаешь особую атмосферу, обстановку, да, в которой ты получаешь новый опыт, в которой ты именно трансформируешься лично, да, и потом это все можешь нести как бы своим коллегам, клиентам и всем остальным. Но это новый опыт. Это потрясающий, классный опыт. Мы прошли с нашей группой год вместе все, да, мы там не распались с кураторами, и это было просто потрясающе, да, вот то, что мы смогли, да, получили знания теоретически, их сразу применили на практике, и вот мы видели, как мы растем, да, и кураторы все время давали нам обратную связь. Отдельное спасибо вам и за группу, и за кураторов, за такие возможности. Конечно, малые группы – это, наверное, ну, вот 50%, а может быть даже больше, да, того, что действительно вот именно вот в вашей школе очень важно, то, что помогает. Вот именно в малых группах, да, вот, ну, я и с психологом работаю, но в малых группах, вот, наверное, самые большие трансформации, да, произошли, самые большие изменения. То есть, и вот это такая интересная групповая динамика, да, когда повторяются у всех вот, вот эти внутренние процессы, как, вот эта поддержка, да, когда ты действительно понимаешь, что ну, люди, которые вокруг, да, что бы ты ни сказал, как бы ты ни выглядел, они тебя поймут, они тебя поддержат. Опять же, это тот бесценный опыт работы в группе, да, потому что вот опыт групповой работы, он опять же, он нигде не дается, да, то есть куча учебников, есть куча теоретического материала, но это нужно прочувствовать, потому что это сразу, ну, группа, 6 человек, 5 человек, да, и это уже какая-то совсем другая динамика, чем когда ты один на один с клиентом. Мне очень помогла работа в малых группах. То есть, спасибо большое девочке. Очень все вот такое было. Ну, наверное, во всех малых группах это как будто вот стало чем-то ну, домашним. Вот, потому что мы открывались, мы проговаривали, мы делились. И я сегодня только поняла, что мне очень не хватает пространства, где можно открыться, потому что даже с родными ты не можешь настолько открыться, как в малой группе. Для меня малые группы – это, наверное, самое-самое ценное, что было на этом курсе. Лекции, соответственно, тоже, да, потому что это я получила базу. Я не психолог по образованию, у меня вообще техническое высшее образование, никогда не думала, не то, что не думала, меня всегда тянуло в эту сферу. Вот прям тянуло, но все время казалось, ну, что я уже старенькая для этого, там, 25 старенькая, 30 лет старенькая, ну, к 40 нормально, в 40 можно пойти поучиться. Вот буквально последнюю неделю я думаю над тем, что я вот совершенно другая, вот абсолютно другая, я не знаю, вот как будто что-то, ну, вот завершилось, какой-то цикл, и я гораздо себя свободнее чувствую на работе, гораздо свободнее. Я гораздо увереннее себя чувствую. Я себя постоянно хвалю и говорю, какая я молодец, я сделала то-то, то-то. Ну, то есть для меня как, вот просто для человека это вот очень большая работа и очень, вот трансформация большая, очень глубокая большая трансформация. Я уже замечаю в жизни именно отображение вот этих внутренних трансформаций. То есть, да, внутри есть трансформации, но когда они уже в жизни начинают реализовываться, это показатель того, что это все не зря, что это все результативно. Ну, за год у меня, конечно, внутренние изменения очень такое колоссальное, да, из человека, который чуть-чуть только думает о том, что вот он чего-то хочет, да, я пришла к тому, что я начинаю делать, да, ну, уже свободно что-то делаю для себя. В муже я вижу мужа там, да, а не проекции отца там и там еще что-то, да. Ну, то есть, конечно,
за год это просто вот до и после, вот внутренние прям очень сильно чувствуется. Я просто помню, как вначале вы говорили еще, да, вот в начале обучения, что вы увидите, какими вы будете, ну, в конце года, да, через вот это вот все, когда вы пройдете, узнаете все, вы будете другими. И я ждала почему-то каких-то, знаете, вот внешних изменений. И меня очень сильно это все смущало, я переживала, что где же мои внешние изменения, да. Но потом группа мне помогла понять, насколько колоссальная внутренняя работа была проделана, и что, ну, тот человек, которым я стала вот через год, спустя год, это просто, это совершенно другой человек. Вот. И за это огромное спасибо. И это гораздо важнее и гораздо мощнее, чем какие-то внешние изменения. Вот именно обучение глубинной психологии, и я вдруг поняла, что дает мне очень большое количество энергии и внутренней мотивации на достижение конечного результата моей цели. А конечный результат моей цели – это стать мастером, это овладеть в совершенстве вот всеми инструментами, да, вот всем этим, владеть и управлять в совершенстве. Во благо, ну, разумеется, во благо. Я полностью прошла весь курс школы, я как это, послушный ученик, как все было задумано, да, то есть… После второго модуля я пошла на маркетинговый модуль, ну, там, второго, начало третьего, да, маркетинговый модуль, я прошла маркетинговый модуль, строго все по вашему, ну, как бы, прописанию, да, оформила страницу, написала там видение, стала позиционироваться, дала рекламу, появились первые, ну, клиенты, ну, то есть, фактически, все то, чего я ожидала от школы, я получила, да, то есть… Сегодня я уже могу с ответственностью сказать, что это получился полный возврат инвестиций. И не только, ну, моральных, ну, в личностном каком-то росте, но и материальных. То есть фактически сегодня я уже работаю на себя. То есть все деньги, которые были вложены в обучение, они уже, ну, возвращены. Это если говорить, ну, такие чисто бизнесовые, да, какие-то моменты. Одно из самых сложных и в то же время ценных было для меня вот модуль по маркетингу. И я его прошла половину. Потом его, ну, прям вот выдохнула, оставила, и только сейчас я понимаю, что я вот готова к рекламе, да, вот мне было сложно очень написать там пост про себя, рекламу про себя, вот это вот все, да, хвалить себя, продвигать соцсети. И вот сейчас я, в принципе, к этому подошла. Сейчас я в кураторстве в ЕШП, да, вот у меня три группы, это прям, вот мне муж сказал, наконец-то ты нашла свою сцену. Вот, и дальше я нашла работу, тоже предложили мне московский психолог, она ведет онлайн-проекты, да, вот трансформационные какие-то обучения, программы, она мне, ну, договорились, да, что я буду работать, пока что не приступили, и вот я уже готовлюсь к рекламе, ну, запускать рекламу, в общем, созрела. Конечно, я совершенно другой человек, я абсолютно не тот человек, который была в начале пути. Вот, и сейчас у меня действительно внутренне совершенно по-другому себя чувствую. Внутреннего психолога уже, может быть, к счастью, а может быть, к сожалению, уже, ну, невозможно выключить. Он постоянно там включается. И это может быть здорово, потому что это вот это, ну, как-то видение вот этого наблюдателя где-то сверху, потому что на все ситуации, которые происходят, обязательно включается вот эта лампочка этого наблюдателя. И я, допустим, даже, ну, вот, ну, в общении с детьми и так далее, я, когда что-то такое из меня, может быть, вырвется, и все, я сразу понимаю, что, ага, я уже вижу, какие будут последствия. Я понимаю, что с этим нужно что-то делать. Начинаю корректировать. Ну, то есть это, конечно, ну, огромное подспорье вообще, в принципе, для человека в жизни. И, конечно, я очень хочу с этим идти по жизни и именно в этом расти профессионально, потому что я очень долгое время, с 25 лет, мне сейчас уже гораздо больше, я занималась поиском себя. Это мой путь. Вот, и поэтому я, конечно, очень хочу именно… Мое большое желание сменить сферу деятельности полностью. Я получила энергетику психически здоровых людей, которые, ну, чудесным, волшебным образом влились в меня как донорская кровь. Ну и, конечно,
лишним будет говорить, что сами по себе вот трансформационные процессы психические сами по себе они запустились. На каком-то, ну, в каком-то из видео или мастер-классов, я не помню, вы говорили, что ну, момент исцеления как бы сразу отражается на внешней реальности в плане денег. Ну вот хочу сказать, да, и тоже зафиксировав этот результат, мой материальный доход вырос в течение этого года в 3 раза. Ну не сразу, конечно. Ну не сразу, конечно, но он вырос у меня в 3 раза. Когда начала анализировать, я увидела, что вот за счет своей чувствительности я просто отыгрывала состояние других людей. Когда я начала работать над собой, с меня какой-то груз спал. Я просто почувствовала свободное пространство, которое мое. И мне стало легче, у меня энергии больше появилось. У меня немножко было такое, знаете, ну, как у всех, да, вот страх, переживания, как я начну, это же так сложно, я вот сама не могу. Ну, вот все вот эти вот моменты, да, там самозванец и все такое. Но вот то, что вы предлагаете, да, вот мастер трансформации, кураторство, да, то есть это такой плавный вход в профессиональное сообщество, да, который, ну вот, ну это просто, это идеальное решение. И за это вам отдельное спасибо. Я собираюсь идти дальше в мастер трансформации, в кураторство, и там, я думаю, как-то вот я выйду туда, куда мне нужно. И я вижу, что на самом деле психологи востребованы. Да, вот сайт Headhunter, есть рассылка на психологов, психологи востребованы. И можно этот путь начать вполне, то есть и вот реализоваться. Это потрясающее ощущение, мне очень нравится фраза, там, чувство полета, да. Вот, потому вот именно после окончания школы, да, вот у меня сейчас есть такое вот предвкушение, ощущение полета, да, по жизни. За это вам огромная благодарность. С помощью вашей школы, с помощью вот этой структуры появился фундамент и эти полочки, да, на которые все мое внутреннее ощущение, оно сложилось. Все пазлы сошлись, и огромная благодарность именно за то, что это практические знания, за то, что есть обратная связь, за малые группы, за доверие. Кстати, у меня было несколько клиентов за этот год, причем они как-то сами по себе появлялись. Я поняла, что вот из девочек кто-то сказал, или вы сказали, что да, вот там где интересно талант, и все, что легко, вот, ну, ваш. И, в принципе, клиенты появлялись легко и сами по себе. Вот я так поняла, что надо продолжать просто рассказывать, потому что психолог, и не бояться в социальных сетях о себе писать. То есть был страх вообще высунуться туда-то, да, сказать, что я что-то знаю. У меня сейчас этот страх исчез. Я много пишу, не продвигаюсь пока, да, на уровне, скажем так, самовыражения пока. Ну и с этого приходят клиенты. Ну вот тот эмоциональный отклик, который возник у меня, он просто не может не найти ответа вовне, потому что настолько этого всего много, хочется делиться и идти дальше, развиваться. Поэтому спасибо большое школе, вам лично, коллегам, кураторам дорогим, дорогой группе, вот всем участникам. Это было потрясающе. Спасибо большое. Успехов всем нам.